Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 9 марта, день рождения первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Для Саратовской земли и Энгельского района это знаменательная дата, ведь именно у нас приземлился первый космонавт Земли. Подвиг первого советского космонавта олицетворяет собой все то, что было задумано человеческим разумом древнейших имен. Первый полет. Имя Юрия Гагарина будет вписано в историю золотыми буквами. Канут в лето. Имена звезд, королей. Имя Гагарин – вечное имя. Ведь человек с мальчишеской улыбкой и мужеством орла сумел осуществить самую фантастическую и буйную мечту человечества. 60 лет назад человек совершил первый полет в космос. Муниципальное бюджетное учреждение централизованной библиотечной системы Энгельского муниципального района к этой знаменательной дате подготовил ряд мероприятий, интереснейшие программы, культурно-просветительские мероприятия для наших читателей любых возрастов. Конкурс рисунков «Удивительный мир космоса», квест «Мир звезд и галактик», викторину «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Интеллектуальный час видеопрезентации «Поехали! 60 лет полета в космос». Викторину на пыльных тропинках далеких планет. Много интересного вы можете узнать на сайте муниципального бюджетного учреждения Централизованной библиотечной системы Энгельского муниципального района, на площадках наших библиотек ВКонтакте, в Инстаграм. Приходите к нам всей семьей и открывайте для себя удивительный мир через книгу.